Як захаваць каханне, ахвяраваўшы сваімі прынцыпамі? На гэтае пытанне паспрабуюць адказаць акцёры маладзёжнага тэатра. Галоўныя ролі Каці і Міці ў спектаклі «Дзе адступаецца каханне» выконваюць Ірына Шапецька і Віталь Сазонаў. Банальны сямейны канфлікт, нягледзячы на шырае каханне, прыводзіць да разрыву адносінаў. Каця, не здольная перажыць моцны боль і авалодаць сваімі пачуццямі, трапляе ў псіхіятрычную бальніцу. Далейшае дзеянне ў асноўным адбываецца ў свядомасці гераіні. Потеря любви, она, наверное, равноценна потере разуму, разума или потере жизни, потому что вот название спектакля «Где отступается любовь» – это из строчка из стихов Цветаева, и далее там, где отступается любовь, там подступает смерть. Герои пьесы оказываются у обставинах, якія часто складываются у реальном житті. Люди губляют кахання, калі не могут прийти до компромиссу. Усяму вина, амбиции и гонор. Передавать лідаршам негативные эмоции вельми складана, стверджая выканаўца головной роли Віталь Сазонаў. Однак есть упэўненасць, что кожнага гэтая гісторія примусить задуматься. Этого героя в фильме сыграл Абдулов. После Абдулова как-то надо марку держать, и оно тяжеловато. А самые большие сложности были то, что здесь такие сцены, они все, нету, как это, от начала до конца какой-то линии, где ты постоянно на сцене, и можно там как-то подпитаться, что-то еще сделать. А у тебя куски вырваны, и очень тяжело вот резко так включиться. Это да. А так работать было очень интересно, очень материал понравился. Финал спектакля «Дзе адступаецца каханне» нельга назваць традыцыйным. Кожны глядач убачыць свое завершэнне гісторыі. Нехта шчаслівая, іншы наадварот. Прэм'ера адбудзецца 26 мая у 19 гадзін у Гомельскім гарадскім маладзёжным тэатры. Ісці спектакль будзе і на працягу наступных трох дзён. Дмітрий Котаў, Ігар Марышчынка, телерадыёкампанія «Гомель».